Привет, друзья! Вот решил рассказать, как отремонтировать нам фитинг для нашего кега. Ну, во-первых, кеги бывают разные. Металлические бочечки для пива. Бывают 50-литровые, бывают 30-литровые, бывают 20-литровые. Ну, вот у меня только есть 30-литровые, есть 20-литровые. Ну, на них покажу. Правда, еще фитинги разные бывают. У меня есть только два типа фитинга. Есть вот такой флэш или тип А. И вот такой вот тип фитинга, усеченный флэш или тип G. Еще есть несколько видов фитингов. Фитинг тип S, довольно часто используемый тип. Микроматик в него вставляется винчивающим движением немного вниз и защелкивается ручка. Тип D практически аналогичен типу S, только отличается от него наличием видимого черного резинового кольца уплотнительного. Тип U. Данный тип используется в основном для английского пива, Harp и Guinness. И тип M. Похоже на тип А фитинг флэш, но другой клапан там используется, такая круглая точка посередине. Я на своем производстве использую только флэш и усеченный флэш. Поэтому вот такие вот головки используются, заборные. Вот такая головка используется для усеченного флэша. И вот такая вот головка используется для настоящего флэша. Вот, одевается очень просто. А для усеченного флэша вот такой вот, полностью круглый. Он сверху и защелкивается. Первым делом сбрасывается излишнее давление. Но у меня здесь сброшено уже. Потом откручивается фитинг. И вот это вот фитинг. Единственный ремонт, который происходит в кеге, это вот этот вот фитинг. А фитинги ремонтируются, тоже простая система, клапан, уплотнительная резинка и там пружина, прижимающая клапан. Все, больше тут ничего такого движущегося и заменяемого нет. Уплотнительная резинка снимается очень просто. Вот. Вот эта вот клапанная резинка достается тоже очень просто. Вот этот вот, вот эта трубка, она одевается здесь вот в эти пазы. Вот. 2, 3, 4 паза. И с заходом таким. То есть единственное надо что сделать, это отжать и провернуть. И потом она вытаскивается. Вот мы неполную разборку сделали нашего фитинга. И остается нам, надо снять вот эту вот резинку уплотнительную. Прижать пружинку немножечко, чтобы она не улетела. Отжимаем так. Набор ремкомплектов. Ну, чтобы ее одеть обратно, понадобится или помощь друга, или специальная приспособа, которая можно вот так вот засунуть резинку и зафиксировать ее отверткой. Одевается на клапан.
Берем нашу уплотнительную резиночку, свеженькую. Одеваем ее плотненько. Все. Наш фитинг отремонтирован. Резиночки новые, плотненькие. Пропускать ничего не будут, травить не будут. Можно пользоваться при определенном навыке. Это все делается в течение 5 минут. Очень быстро. Главное иметь ремкомплекты. И такой нюанс. Бывает, оно травит не из-за того, что резинка порвана, а из-за того, что она неправильно прилегла. Вот, когда набираете пиво, иногда выходит пузыриться здесь, надо просто по клапану постучать, и он от колебаний выровняется, встанет на свое место и перестанет троить. Ну вот и все, ничего сложного.